Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Я приветствую вас сегодняшним прекрасным утром. Желаю здоровья, счастья, любви. Будьте хранимы Богом и людьми близкими. Сегодня репортаж будет с теплички, сада, огорода. Вот, тюльпаны. Последнее их цветение. Скоро тюльпаны закончат свое цветение. Они отдали нам всю радость. Сколько дней я любовалась на эту красоту. Придет пора другого цветения. Что у нас там? Пионы. Розовые ромашки на подходе. Бутончики есть. Какие они красивые. Чем скоро будем любоваться? Я думала, одни белые. Ой, одни красные у меня. Вот еще немножко что-то проскочило. Ну, конечно, я не знаю, почему они. Какие хорошенькие кустики. Отрастают. Класс. Роз. Но все равно вот розы, он такой бедненький. Красные стояли тут, как солдаты. Вишню потрепало хорошо. Непогода, буря. Гул стоит. Пчелки. Тут тоже есть бутончики на пионах. А вот свеженькие тюльпанчики. Вот красный, но какой-то другой. Красивый. Свеженькие. Тут между вишнями выросла яблоня. Я не знаю, садили ее или она отросла от какого-то пня. Но тут есть тоненькая яблонька, которую зажимают вишни всеми силами. Вот она тоже расцветает. Подходит пора яблонь цвести.
надо скоро высаживать цветочки. Здесь участок для сухоцвета у меня готов. Клубничка, которую я пересадила, ремонтантная. Она толком еще не начала расти, но уже цветет. Не знаю уж, отойдет ли она. Должна. Должна, надеемся. Черненькие серединки. На некоторых есть и нет. Они черные. Картошка еще не сходит. Мы ее посадили давно. Еще до Пасхи, что я вижу. Это же, наверное, какой-то птички. Уже птенцы, что ли, уже есть? Или как это понимать? И почему она здесь? Ну и вот место, где мы трудились 2 дня. Ну, не все время, конечно. Но вот они, наши арбузики, которые мы садили в эту бурю, непогоду. Эта теплица вся шаталась, прямо стойки шатались. Гремело, так страшно было. Вот так здесь так парка. Должны расти. Стоят стойко. Тут здесь соломы не хватило. Все обложили соломой. Здесь рассада. Там остались еще арбузики для улицы немного. Ничего, хорошо выглядят. Молодцы. А тут рассада. Ранней мало, все позднее в основном. Ранние семена что-то у нас не взошли. Вот так. Здесь будут арбузы в этом году. Тут тоже пчелки. Пчелки везде работают. Вот утро, 20 градусов тепла. И вот они, огурчики. Сегодня из-за них, собственно, я и начала свой репортаж. Ой, потеет. Наверное, чуть позже. Сегодня будет первый раз будем снимать урожай. Наконец-то мы дожили с таким большим-большим опозданием. Завтра мы будем на базаре продавать огурцы. Сегодня выборка первая в этом сезоне.
Цветочки мои. Раскрутился. Ладно, потом поправлю. Это надо внимательно Вот такие новости. Наша теплица с огурцами. Сегодня первая выборка. Очень запоздалая в этом году. Но огурцы прекрасны. А вот что творится в этой тепличке. Ну что, перцы. Заметно, что принялись и растут. И помидорчики. Вот уже эти новые, которые мы посадили позже. Они тоже довольно приличные. Некогда, все некогда. Но надо срочно нитки и все подвязать. Начинаем понемногу выносить рассаду, но все равно там очень много, пора высаживать. Хотя ночи еще холодные, не знаю, куда мы начнем высаживать. Вот какие помидоры. Помидоры уж прям помидоры. Так, а нет, хотела оторвать. И вот он, уже помидорчик. Розовый, мясистый будет. Это наши, которые мы всегда продаем. Примерно такие же. Сада ждет. Перчики, все принялось. Прям заметно. Растут. Надо подвязать.
Огурчики тоже держатся. Им жарко, конечно. В соломе они еще так хорошо не вошли в рост. Но стараются. Рассада. Это не самая первая, а последняя цветочки. Еще махонькие. Есть у меня и побольше. Но все равно цветы у меня еще не цветут. Как я их буду продавать, не знаю. Привет, Ларри. Коты. Теперь у тебя есть тенек. Да. Работа без остановки в теплицах. Все. Огурчики выбраны. Первая выборка произошла. Теперь они будут каждый день расти. Каждый день надо будет выбирать. Каждый день поправлять. Они растут, растут. Все вверх и вверх. Уже нужно с лестницы поправлять некоторые, а потом все придется. Уже дело к обеду, а мы еще не выходили с утра. Тепло. Ой, тепло. Пойдемте в другую посмотрим. Сегодня экскурсия по тепличкам. Остались вот такие на завтра. А вот как стало здесь после полива. Стало как-то свежо, не так печет в лицо, в голову. Мне кажется, не только одна я радуюсь. Мне кажется, они все радуются. Растения. Тепло. Ну, не такое пекло. Все-таки вода сбила немножко температуру. Пока хорошо. Следующая работа здесь — подвязка растений. Огурчики надо поправлять. Работа не останавливается. Добавляется торговля. И скоро высадим в огород. Добавляется очень большая, добавится очень большая грядка на весь огород. С помидорами, с перцем. Пахнут помидоры.
Лобелия. Тоже с утра изменилось все. Мы доделали то, что планировали. Теперь все укрыто соломой. Такой не хватило. Укрыли еще такой. Теперь они там будут. Не будет так расти трава. Не будет так сохнуть. Надеемся на это. Но это солома, вы знаете, тут тепло. И полил, может, не знаю, или от тепла, или от полива. Тут стоит такой запах. И мне почему-то кажется, что пахнет яблоками. Ну, кому как, кому что. А тут такая, которую мы садили, еще которая не сгнила до конца. Ну, вот будем ее поливать. Как удобрение, как защита. От бурьяна. Вот столько осталось. На улице будем высаживать. Арбузики тут еще не росли. Ой, помощница идет. Опа, под ноги, дивиться. Заметила, Алька, изменения у нас? Ну, что, я подросла, что ли? Подивись, вообще в, в теплице, не в растениях. Она не то дивиться, на растения дивиться, выросла чи не вырос, до солома я имею в виду. Бачила. Мне кажется, что тут стало пахнуть яблоками. Возле соломы. Тебе так не кажется? А мне не кажется. Вот она, золотая. Ну, растите, в добрый путь. Арбузики. А вот и вечер. Был очень плодотворный день у меня. Много-много работы сделала. Животные покормлены. Все в порядке. Доброго вам всем вечера, дня, любого времени суток. Будьте здоровы, счастливы. А теперь просто вечерние картинки. Окончание рабочего дня. Тоже работа сделана. Начало по подвязке помидоров. Я цветочки дополола. И вот подвязала этот ряд помидоров. Еще теперь с этими разбираться. Ну, эти не такие большие, с ними быстрее и легче. И вечер в тепличке. Ну, не вечер. Хотя вечер. 7:00, 6:30, наверное. Там нету еще цветочков. А тут много. Все от теплички. Тут тепло идет. Земля греется, наверное, от теплицы больше. Вот какие пакеты.
ждем, ждем тебя. Подросли за день. Завтра утром выбирать опять. И завтра на рынок. Мы будем завтра на рынке. Вечерний поход за огурцами. У нас есть любители огурчиков. Люська завтра уезжает. У нас такой вечер. Последний для гуляния. Но мы сегодня не пошли гулять с Лариком. Ларик, он плачет, не понимает. Покажи. Вот они, наши огурчики, так светятся. Класс. Нравится тебе? Приятного аппетита. Лучшей рекламы нет. Они с детства с огурчиками только и бегают. Еще бы запах передавать. Ну да, а да, я понюхаю. Ой, огурцы. Там такая тучка красивая. И все мимо нас. Нам бы уже надо поливать в огороде. Ну, что растет. Клубничку хотя бы. А у нас нет никакой тучи. У нас солнце. Сейчас покажу, какая туча рядом. Жду, пока шевковица расцветает. Ой, она вон какая. Фу, она, видишь, какая поздняя, да? Да, вообще. Даже намека нет, как будто умерла. Нет, она будет. Будет и долго будет сладкие ягодки. Вкусные. Бурульки есть. Вон, я про вот эту тучу говорю. Нам дождик уже нужен, но туча не у нас. Пойдем к березке сходим. Ой, птички, что за птички? Красиво. Я люблю такое вот предгрозовое состояние. Правда, она мимо нас, но все равно вот это солнце, тут туча находит черная. Я люблю это ощущение. Мне нравится очень. А лес какой красивый. Солнцем освещается. Там за ним туча, да? Красивая картинка. О, смотри. Володя. Долго ты будешь искать свой капельный полив. Ничего себе, он. Ничего. Ну ладно, надо будет его отнести.
пусть всегда будет солнце.